Итак, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Andrius Crypto News. И в этом видео вы узнаете некоторые моменты, аспекты, чего дальше ждать. Ведь вы знаете прекрасно, я так и знал, что SEC недавно уступила момент XRP. Блистательный момент, как по мне. Но прежде чем я начну вам рассказывать в этом видео все эти ключевые аспекты, я хочу именно вас, дорогие друзья, кто еще не подписан на канал, обязательно делаем это. Подписываемся на канал с колокольчиком и, самое главное, нажимаем для всех, чтобы вы в дальнейшем не упустили важный какой-то ролик, который будет вам, естественно, полезен. Ну а также вы поможете каналу в развитии. Это крайне просто сделать. Вы это сами понимаете. Теперь давайте начнем. Недавно SEC окончательно уступила позиции XRP. Что это может означать? А я знаю, что. Это означает лишь то, что это важный шаг для роста XRP. Вот сейчас я уже вижу восходящий тренд. Вижу. И я не удивлюсь, если я утром проснусь, а XRP будет стоить, скажем, на уровне 1 доллар 30 центов. Что я, кстати, уже записывал недавно видео, что в скором времени так и будет. И этот восходящий тренд не означает, что будет, так сказать, где-то в ограничении этой отметки. Может дойти и пробить легко уровень 2 доллара. А это увеличение стоимости на 100%. То есть, если у вас, скажем, на счету 10 тысяч XRP, то по своей себестоимости у вас будет как 20 тысяч XRP, а именно 20 тысяч долларов США. То есть это шаг к тому, чтобы вы действительно не упустили момент и начали действовать, брали рога и вперед шли с кота за рога, потому что без этого невозможно как-то здесь функционировать. Когда мы думаем, принимаем какие-то важные решения, то, естественно, мы понимаем, что это нам принесет. А если мы будем бояться абсолютно всего, то ничего и не будет. Собственно, вы-то это прекрасно знаете, что мне вам-то и рассказывать. Следовательно, здесь я хочу вам сказать, что не может быть такого момента, что XRP пойдет вниз. А потому что это крайне положительная новость. И буквально сегодня об этом услышали абсолютно все. Я думаю, что вы даже про это знали. И на этом восходящем тренде, в принципе, все ясно, что будет. Какая реальная себестоимость XRP? Я вам скажу так, что этого нам покажет время. Как по мне, сейчас реальная стоимость XRP может иметь уже в следующем году это 2 доллара. Лет через 5 – 10 долларов. То есть это как в сравнении с биткоином идет просто по арифметической прогрессии. Давайте посмотрим внимательно на график за отметку всего его времени, всего его этапа пути. Ох, стародавние времена. XRP стартовал 1 августа 2013 года. И тогда он стоил меньше, чем 3 тысячных цента. Вы вообще представляете, 3 тысячных цента. Это даже чуть меньше, чем треть цента. Это настолько мизерно. И он увеличился за это время на невероятно огромную стоимость. Он уже никогда к этому не вернется. Он будет расти только вверх. Вот, пожалуйста, видим график. Он будет увеличиваться. И нам осталось дождаться лишь вот такой вот стабильности, как это было в 2019 году. То есть с января по октябрь 2020, с января, точнее, 2019 по октябрь 2020, он имел стоимость от 18 до 43 центов. И уже с конца прошлого года он начал увеличиваться в своем развитии. А все благодаря тому, что компания Ripple занимается этим. И ей, конечно же, интересно, чтобы
ее детище продвигалось вперед. То, что было раньше, то, что было очень большую часть времени, это называется, когда компания не занималась своей криптовалютой никоим образом. И вот здесь случилось самое интересное. Здесь начались именно шаги к действию. Не было слов, здесь уже началось действие. И здесь абсолютно будет точно так же. Будет увеличиваться, подниматься вверх. Потому что лично я верю в будущее компании. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне было безумно приятно, что вы остались со мной здесь. Оставим, конечно же, лайк, если видео понравилось. И делимся этим роликом в социальные сети и в мессенджеры. Да, поможем каналу развития. Всем пока.